Официальное число жертв превысило 200 человек. В штате введено чрезвычайное положение. На улицах лежали сотни и сотни тел. Паника среди населения вызвана данными Всемирной организации здравоохранения о неудачном испытании вакцины. Бюрократы лишились власти, и теперь мы сумеем защитить наших граждан. С сегодняшнего дня в Лос-Анджелесе также введено военное положение. Все граждане должны прибыть в указанные им карантинные зоны. Голодные бунты, связанные с нехваткой продовольствия, продолжаются, не ослабевая, уже 3 дня. Ответственность за оба теракта взяла на себя группа, именующая себя ЦИКАДы. Они призывают к восстановлению всех властных структур. Демонстрации протеста начались в ответ на казнь 6 приверженцев ЦИКАД. Воспряньте вместе с нами. Оказавшись в полной тишине, слушайте голоса. Доверьтесь ЦИКАДам. Так, берите все, что может пригодиться в пути. Советую запастись по полной. Спасибо. Элли, посмотри, нет ли чего полезного. Ага, договорились. Ну, все нашли? Мы готовы. Все, Элли, пошли. Не оставляй дверь открытой. Ладно. Нужно перебраться в то здание. Давай, по лестнице. Только не отставай. И как же я позволил втянуть себя в эту хрень? Нужно было их просто там бросить. Он правда какой-то странный? Да, тот еще. А что ты на этот раз влип? И где Тесс? Подрядился кое-что доставить. Что доставляешь? Эту соплячку. Да пошел ты. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Нахрена мы с ним связались? Куда мы идем, Билл? В другое убежище. Там склад оружия. А мы не хотели чинить машину? Мы? И ты чинить собрал? Билл, слушай. Я же сказал, детали в другой части города. Я туда никогда не хожу, потому что там зараженные. Нужно оружие. Тише, тише. Один внутри. Я давно собирался с этим разобраться. Не парься. Ты так и не ответил, куда подевалась Тесс. Я думал, вы с ней не разлей вода. Она занята. Ну да, занята. А мне-то... Ой, фу. Кажется, что вы, голубки, того. Может и так. Ну, теперь сюда. Слушай, а почему бы не починить эти машины? Ты юный гений? И как это я не догадался, что можно починить эти машины? Да ладно, не говнись. Шины прогнили, аккумуляторы сдохли. Все сказал. А что там творится под капотом, даже думать страшно. Аккумуляторы сейчас делают только военные. Начинается. Зараженные! Черт, понеслась. Ну ладно, еще раз проверь баррикады. Упустишь малейшую хрень, потом будешь расплачиваться. Ты все понимаешь. Нужно взять все припасы со склада, да, и оттащить к восточной изгороди. Сам собой. Снова. Да. Потом ты. Билл. Джоэл. Сюда. Лезем наверх. Ну и местечко ты себе выбрал. Ну, эти твари, конечно, мерзкие, но от них знаешь, чего ждать. Обычные люди куда страшнее. Уж ты-то должен понимать. О чем он? Неважно.
Думаешь, не откроют? Ну, ключа у них нет. Куда нам? Пришли. Нам в погреб. Теперь сюда. Ну, пришли, чтоб ничего не трогало. А ты дверь закрой. Выбирай. Не-а. Но мне пушка нужна. Еще чего? Джоэл, я умею стрелять. Нет. Все. Стой здесь. Ладно. Буду просто ждать, пока меня убьют. Сдается мне, это худшая работа, за какую ты брался. Есть такое. И как же ты сдала себя на это уговорить? Это ее идея. Правда? Значит, баба не так умна, как мне казалось. Ну, хер с ней. Отведи ты эту девку туда, откуда взял. Ее нельзя отвезти назад. Тогда брось, пусть сама добирается. Расскажу тебе историю. Жил-был человек, о котором я заботился. Типа партнер. И я носился с ним. Но в нашей жизни это все ведет к одному. К могиле. Что я сделал? Да просто поумнел. И научился думать о себе. Билл, это все не так. Хрен там. Все так и есть. Эй! Что я тебе сказал на лестнице? Что сказал? Да я тут просто стопку поправила. Не смей трогать! Засранка. Помяни мое слово. Будешь с ней нянчиться, это выйдет Билл, тебе боком. Давай просто закончим это дело. Держи. Давай закончим. Так, сначала я хочу тебе кое-что показать. Что это? Моя новая игрушка. Это бомба с гвоздями. Осторожно, с ней шутки плохи. Если рванет, то разнесет в клочья все вокруг. Дробовики и бомбы у нас есть, только нахрена они? Время от времени через город проезжают военные. Ищут припасы и снаряжение, но не видят даже того, что под носом. Короче, несколько месяцев назад они тут проезжали, и на них напала толпа зараженных. Набросились на грузовик. Он врезался в стену школы. Аккумулятор еще там. Значит, берем батарею и ставим в машину. Бинго! Я хотел его добыть, но там слишком много зараженных. Ну да к черту. Джоэлу нужна тачка. А если она дохлая? Эта машина как танк. Аккумулятор жив. Может и получится. Ну, соплячка, если что-то пропало... Да не нужно мне твое барахло. Расслабься. Джоэл, ты за ней следишь вообще? Слежу.
Ух ты! Неплохо устроился. Если хочешь исповедаться, то самое время. Ну что, вперед с песней. Элли, давай. Вон, школа там. Так. Готовы? Сейчас узнаем. Вот, блин. Пошли, тебе не стоит на это смотреть. И не такое видала. Как хочешь. За этими воротами я еще не бывал. Я понял. Ого, вы это слышали? Ни звука. Надо же, мы живы. Ничего себе. Вроде все. Отлично. Мы еще не прошли. О боже. А, черт, заперто. Стой. У меня ключ от ворот. Советую не шуметь. Тише, тише. Джоэл, слева. Oh!
Здорово я его. Улица перекрыта. Давай назад. Через дворы. Сюда. С той стороны привязано. Может, тут пролезем? Собачья дверца? Джоэл, как раз для тебя. Только очень осторожно. Ладно. Зря ты не дал ей пушку. Я тебя понял. Внутри дома тоже есть щелкуны. Черт. Нас пока не заметили. Пригнись. Тише. Залезайте. Надо перебраться через фургон. Там дальше чисто. Живей, живей! Кто ее тут оставил? У тебя есть друзья? Нет. Но я знаю, кто мог бы тут пройти. Школа за этим домом. Идем, Нот. Давай, Элли.
Помоги открыть. Что я говорил? Вон грузовик торчит из стены школы. Пошли. Они близко, так что не шумите. Думал, будет сложнее. Наверное, где-то еще засели. Хватит действовать наобум. Как туда попасть? На крыше автобуса лестница. Подсадите, я могу ее спустить. Не дай себя убить. Вот спасибо. Хорошо. Теперь нужно добраться до кузова. Черт, слышишь? Они идут. Быстрее, малявка. Так, план такой. Заходим, хватаем аккумулятор и уматываем отсюда. Двери заперты. Вперед, вперед, скорей! Нет! Народ! Куда теперь? Билл, куда? Подальше отсюда. Живо, уносим ноги. Thank you.
Скажем, через аудитории. Тут можно пройти, прорваться помимо этих. Открыть. Ты готов? Еще раз. Давай. Сейчас набегут. Подопрем двери. Долго не выдержит. Это не к добру. О, нет. Это что за хрень? Элли, прячься! Разберусь. Элли, не подходи к нему! Эй, сюда! Господи, почему он такой раздутый? Давно болеет. Вот и разнесло, как утопленника. А, потому и топляк, ясно. Не хочу прерывать ваш урок биологии, но давайте свалим отсюда. Нахер. Лезем наверх. Подсади меня, Джо. Лезем наверх.
Ага. Давай. Лезем, лезем. Джон, сзади! Твою мать! Охренеть! Понял, вижу! Остался последний! Прикончи его! Ненавижу эту пакость! Сними все, залезай! Быстро! Подтяни! Все. Сюда! Нас здесь перебьют. Еще одна лестница! Беги, беги, я за тобой! Скорей! Внутрь, живо! Да уж, лучше некуда. Так, ладно, я пойду осмотрю дом. Билл? Ничего не выйдет, все барахло украли. Да? И какой у нас план Б? Радуйся, что ты вообще еще дышишь! Это и есть план А, Б, В и даже Г. И вот что, пусть Тесс берет про свою девку вообще молчи. И заткнись, понял? Боже. Это что, твой знакомый? Фрэнк. Что за Фрэнк? Мой партнер. Только этот дурак мог носить такую рубашку. У него укусы. Вот. И... Он явно не хотел превратиться, но и... Ага, не хотел. Да к черту. Полюбуйся. Даже бензин есть. Мой аккумулятор. Вот ублюдок. Вылезай. Вылезай. Ладно, садись. Аккумулятор сел. Но элементы живы. То есть? То есть подтолкнем, заведем, и тогда аккумулятор зарядится. Ты уверен? Ну ты же хотел план Б. Вот он, пожалуйста. Что делаем? Ты рулишь, мы толкаем. Слушай, это тоже мое барахло. Ты что, решил меня обокрасть и смыться? Так что ли, Фрэнк? Можешь обыскать дом. Найдешь дофига полезного. Это мысль. Дай знать, когда будешь готов. Я крикну. Готовы? Билл, я нашел записку. Ты бы прочел?
Вот значит как. Хрен с тобой, Франк. Фу. Придурок. Ну, идем? Ты справишься? Да легко. А ты молодец. Имей в виду. Я не подведу. Ладно. Билл, навалились. Пусть она сядет. Я уже сижу. Просто поставь ногу на сцепление, и когда мы покатим... Я знаю, резко отпустить. Откуда ты знаешь? А, плевать. Главное, сделай как надо. Элли, готовься. Давай, жми, выживай. Отлично. Эй, ты молодец, девчонка. Билл, помолчи. Элли, попробуем еще раз. Соберись. Теперь с другой стороны, слева. А, дерьмо. Все нормально. Лезьте в машину. Хотите быстрее? Толкай. Толкай! Прямо за домом! Справа! Времени в обрез! Навалились! Элли, не глуши мотор. Из-за нее мы чуть не погибли. Но заметь, она знает, чего хочет. Ты не жилец, брат. А, да. Вот. Что это? Пригодится, чтобы сливать топливо из бензобаков. Спасибо. Билл, по поводу твоего друга. Это тяжело. Я... Мы в расчете? В расчете. Тогда вали из моего города. Обычный тихий спокойный.
спокойный солнечный день прервал ужасный стон. И изо всех щелей дверей вместо людей сотни страшных тварей вырвались, чтобы теперь питаться нами. Никто об этом и не думал, но это пришло. Зло в дома и квартиры всех уже трясло от того, что понять не мог никто, как бороться с ними и что нам суждено. Это эпидемия, люди заражены. Никто и никогда не видел такой войны, когда с одной стороны здоровые живые, а с другой ходячий труп, пути к тебе ищут любые. И наш с вами герой бьется за выживание. Есть желание бороться еще за признание и доказать бездушным мутантам этим, что пока бьется сердце, не боимся смерти. И вот новый день в этом диком мире, в котором кроме зараженных есть еще чужие. Бандиты, мародеры, людоеды, группировки. Им бы помогать друг другу, а они как волки. Нам предлагают сделку за хорошую награду. Провести девочку надо через 7 кругов ада, через зараженных, через ходы подземные, в которых лишний шаг и вперед ногами первые. Это путешествие будет длиться год. Почему узнает тот, кто игру пройдет? Куда направляются наши два героя? И чем так важен для всех этот ребенок? Для тебя больше 10 видов оружия. Не думай, что это мало, больше просто не нужно. Ну и конечно, можно улучшить свои пушки. Бронебойный спецел — это уже не игрушки. Также можешь ты себе делать вещи: аптечку, нож, гранаты и похлеще, бомбы с гвоздями и коктейль молотов. Все собрал сам и к войне готов. Как бы описать графику одним словом? Офигенно, круто, супер или здорово? Все одно, графа просто мега. Тут 11 баллов, точно не помеха. Сюжет, в игре такой сюжет. Сценаристы фильмов, просите совет. И нет, не 10 баллов, а конечно тоже на 11 баллов больше похоже. Дико атмосферно, дико погружает. Иногда обстановку очень нагнетает. Сколько мы поставим музыки, а, друзья? 11, конечно, баллов, оценка моя. Просто отличный геймплей в отличной игре. Просто поверили, купи и сам провери. Сделано все удобно и доступно. Просто 11, просто все круто. Итог 11.0, и только так. По-другому не могу оценить никак. Если по играм остак, то обязан ты поиграть в эту игру, как и все мы. Еще одна ваша просьба, идем дальше. Ждем новинок игровых и хочется почаще. Ведь это просто счастье, такие игры для нас. Это рэп-гейм-обзор The Last of Us. We'll be right back.